Спасибо большое, спасибо большое. Я старался, это было видно, спасибо. Да, вот, в общем, так что просто вот такое вот исполнение. Я не к тому, конечно, но просто надо доказывать, что некоторые авторы-исполнители все-таки умеют играть на гитаре, не то, что там. Не будем называть как. Ну вот, и не то, что в доказательстве это, а просто как пример, что называется. Хочу предложить вашему вниманию некоторые музыкальные пьесы, ну, картинки даже, я бы сказал, того же автора, но без слов. Согласны послушать, нет? Ну, прекрасно. Прекрасно. Это я к тому, что дело, видимо, к старости идет, и пальцы как-то тянутся к нейлону, к этому инструменту, нейлону классическому, с которого, на котором я начинал учиться играть на гитаре. Вообще, кто хочет научиться играть на гитаре, возраст не важен, но начинайте с нейлона, он душевный, он для сердца полезен. А уж для души я молчу. А как же шаховская гитара? Что вы говорите? А как же шаховская гитара? С ней-то что делать? Шаховская уже нет таких, наверное, уже. Не, на ней тоже можно, но там немножко другое. Там вот это. Это только на шаховской можно. Даже ни, на, ни гипсон, ничего не годится. Только на шаховской гитаре. Наш смешок. Ну, в общем, все сказано. Надо, наверное, сыграть и послушать, да? Все, ура. Можно, можно, можно.
И счастлив, а добрее и зле,